Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! 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 Очнись, Артём! Очнись! Слава богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Кто-то к нам приближается. Забей! Упыри! Огонь! Ну, хотя бы сдохну в бою. Глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Огонь! Глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Огонь! Thank you.
Быстрее! Получилось! Готово! Ворота открываются! Давай, давай! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда! Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое... Перекурчик объявим. Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Ульман, хватит балагурить. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генералиссимус, так точно. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Артём, осмотри комнату, живо! Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Не выражение. Это сама субстанция. И я в нем вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Боже! Вон! Вон! Все спокойно. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артем, не суйтесь в пекло! За мной! Товарищ полковник, не могу сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Вон они.
их уделали. Надо же. Не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёрт, это было! Поехали нас снова! Быстрее, к выходу! Проклятие, огонь!
Не останавливаться! Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату. Живо. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Сюда! Слава богу. Живой все-таки. Степана убили. Степу. Дьявол! Тише, тише. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что за... Так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка – командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Thank you.
Противогазы, быстро! Лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Артём! Там должны быть 4 стартера! Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все кожухи. Отодвинь крышки! Жми на кнопку по сигналу. Четвертая! Пытаемся запустить систему. Давай, пуск! Ничего не выходит. Давай же, еще раз! Ай, безнадега. Проклятие! О, прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артём, уходим. Хватит играть с аппаратурой.
Давай! Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём! Но что если... Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же! Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудовали. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый. Уничтожен. Второй. Не боеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Да быть этого не может. Вот. Вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Проклятие! Легко, ничего не пройдет. Ульман! Вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артёма. Ну, удачи всем. Упырь я вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость?
Дьявол! Лифт-то здесь! Да дверь заперта! Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно! Не прикрывай друг друга! А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья! Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Раз-раз. Наруто, Петро, мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы назовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту, и теперь познаете наш гнев. Урман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Долго не хватит. Ну как ты? Справишься с этим? Нет, уродов! Ко мне.
Где ж у него кнопка? Ага. Кто бы сомневался? Товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть. А надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Зона. Внимание! Извлечение стержня. Есть половина мощности. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня. Три четверти! Ну, тиска, ну еще капельку! Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение стержня.
100%! Сейчас, ребята, минуту! Щелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими чертами. Станем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Thank you.
все в порядке. Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. За мной, Артём! Я останавливаюсь не на секунду. Слева! Они слева! Теперь справа! Артём, еще не все. Вернись на место! За мной, Артём! Я останавливаюсь не на секунду. Слева! Они слева! Теперь справа! Ну давай же! Забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Тише, тише отсюда! Сзади! Осторожнее!
концом! Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи, Мельник. Стреляй, Артем! Артем, Мельник, огонь! Мельник! Стреляй, Артем! Артем, Мельник, прием! Вот черт! Ульман, как вы слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артемом. Прием! Вас понял, полковник. Прием! Лазерное зрение нам тут не поможет. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Артем, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его.
остановить его. Сдавайся. Захват цели завершен. Артем, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом — метро. И мы победили». Thank you.
кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль, смерть, предотврати, спаси. 10 секунд до завершения процедуры захвата цели. Какой-то мудрец сказал, если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами. И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных. Но понял, мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный туннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого туннеля.